Сегодня в выпуске. Салавата многовато. Каким выводом пришли участники форума «Живая Уфа»? Башкирские школьники примут участие во всероссийском кинопроекте. И в Уфимской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман. А кто готов включиться в команду? Вот прямо, скажите честно. Вот этих людей надо записать. Форум «Живая Уфа» в башкирской столице прошел впервые. Активисты, приглашенные эксперты из Москвы, Самары и Ижевска, искали болевые точки города и способы их лечения. Два дня они работали над созданием проектов, который будет реализовывать созданное сообщество «Живая Уфа». Живая энергия каждого человека и любовь к городу. Вот эти две, наверное, ключевые вещи, они и есть те сильные трансляторы и мотиваторы, наверное, для того, чтобы город мы делали лучше. Город делали не только для того, чтобы в нем можно было жить, а еще и творить. И город, из которого не хотелось бы уезжать, а наоборот приезжать. Мастер-классы и проектные лаборатории помогли выявить и проблемы Уфы. Одна из них, считает Александр Старков, это отсутствие активности самих горожан. Мы назвали это пассивной пассионарностью. Вторым мемом вчерашнего дня стала фраза «салавата многовато». Это о том, что в городских смыслах, проявленных в территории, очень много традиционного и того, к чему мы уже привыкли, и очень мало того, что я называю бриллиантами в грязи. Каких-то маленьких смыслов территорий, которые здесь есть, но которые вообще в этих территориях не проявляются. Здесь, оказывается, родился Довлатов. Узнали мы к концу второго дня. Как раз-таки один из проектов, который родился на форуме, это пустырь имени Сергея Довлатова на улице Гоголя. На этом пространстве активисты хотят провести фестиваль в домашнем и уютном формате. Сейчас это пустырь, но там был дом, да. То есть дом снесли, теперь есть пустырь, который никак не используется, но это не место, где могут люди гулять еще. Мы хотим, чтобы это было место, в котором можно было не только погулять, но и пообщаться со своими соседями. Среди предложенных проектов «Уфа-эко-столица» и общественный интернет-портал для всех городских сообществ. Эдуард Ахсанов вносит последние правки перед защитой идеи. Мы хотим объединить их, вот, выявить общественно значимые проекты и участвовать в них уже все вместе, независимо от приоритетов того или иного отдельно взятого сообщества. Проект «Живые города» возник в 2013 году в Ижевске. Сегодня это национальная инициатива, к которой присоединились более 80 городов, в том числе и Уфа. Задача активистов – объединять три силы – общество, власть и бизнес, чтобы вместе развивать город. А итог форума подвел Александр Старков. Цель наша – это тосы и бабосы. Это значит, что люди очень плохо объединяются в сообщество, а если объединяются, то это все находится где-то в андеграунде. Плохо проявляется в среде городской, ну и вообще вот в каком-то городской-то городской деятельности. И это важно делать. И мы увидели, что это возможно здесь. А бабосы – это про то, что эти самые сообщества сильно слабы, потому что они как будто бы все время надеются на то, что кто-то их услышит, кто-то им поможет, что от них мало что зависит, но это неправда. Все проблемы, они вот здесь вот. И мы пытаемся как бы вдохновить и показать, как это бывает в других городах, потому что эта картина, в общем, традиционна для наших современных городов. Мы только учимся создавать сообщества. Выбранные проекты активисты «Живой Уфы» планируют реализовать за год, а каждая из идей ждет инициативных жителей. Ведь только с помощью горожан башкирская столица сможет ожить и обрести новые смыслы. Алина Гребешкова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. За моей спиной находится здание бывшего магазина, но сейчас местная администрация переоборудовала его в отапливаемый бокс для пожарной машины. Ведь теперь тушить пожары в селе Камеево Мишкинского района будет добровольная пожарная дружина. На территории республики постоянной готовности к тушению пожаров находится свыше 7 тысяч пожарных. Вместе с тем, не все профессиональные пожарные могут оперативно прибыть в отдаленное сельское поселение. Пока они добираются с районных центров городов, теряются драгоценные минуты. Каждая минута промедления может стоить чьей-то жизни. Поэтому важное значение отводится добровольным пожарным, которые работают непосредственно в самих сельских поселениях. Организовали пожарную дружину в рамках проекта «Безопасное село». Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям предоставил в пользование пожарный автомобиль. Неподалеку на реке Бирь отстроили пожарный пирс, а во всех домах установили автономные дымовые пожарные извещатели. Да, очень рады, да.
Всякое бывает в жизни. Бывают пожары вообще? Пожары, ну, бывает, конечно. Вон у братишки топили-топили, но городские приехали, правда. Топили до такой степени, что крыша разгорелась ночью уже, когда спать легли. Ну, это вообще хорошо будет для нашей деревни, для нашего села и для ближних деревень. Ну, потому что если вот пожар, здесь как пожарной машины нету, ждешь там оттуда, никак не дождешься. Приходится своими силами. Очень рады, очень. Спокойнее будет, конечно. Задача добровольной пожарной охраны будет входить профилактика и тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Пока в селе Камеево подразделение только формируется, возглавил пожарную охрану Владимир Акбулдин. Я всю жизнь на машине работал так-то, обычно водителем, на КамАЗе ездил, поэтому меня уж оставили здесь как старшим. Со временем пятером так, наверное, будем работать. Ага. Ну, сутками дежурить, как старший, как старшим по своим делам. Служба будет. Потихоньку будем служить. Пока Камеево первое село, где реализуют этот проект. В целом, стратегия развития пожарно-спасательных сил на территории республики рассчитана до 2030 года. До этого времени ежегодно сельским поселениям будут предоставлять до 13 пожарных автомобилей и до 11 единиц присыпной пожарной техники. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос субсидирования добровольных пожарных команд на заработную плату, а также страхование, обучение и в целом готовности выезда в любое время года. Анастасия Худик, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Все в жизни проверяется на прочность, в том числе и дружба. Как воспитать в себе смелость, честность, решительность? Решению таких нравственных проблем будут посвящены 99 короткометражных фильмов. Их снимут школьники со всей страны. Главный спонсор кинокартин – макулатура. Деньги, вырученные за ее переработку, сформируют бюджет фильма. В этом суть проекта «Киноуроки в школах России». Один из фильмов снимут в Башкирии. Наша республика первая в Поволжье, где поддержали создание такого социального кино. Ранее подобные фильмы снимались только в центральной части России. Мы найдем средства здесь, и эту макулатуру соберем столько, чтобы снять здесь, естественно. Да. Сюда приедем, и, скорее всего, что уже съемки будут проходить в декабре, и, скорее всего, что премьеру мы будем стараться сделать уже к марту, к столетию. Сопродюсерами картины выступят башкирские школьники. Им нужно будет собрать около 150 тонн макулатуры. Главные роли в фильме исполнят профессиональные актеры. Массовкой станут местные школьники. А сценарий фильма напишет команда авторов из Санкт-Петербурга. Все фильмы, которые мы снимаем, они о том, как преображаться должен человек, о том, как он может преобразиться. В какой бы ситуации ты ни был, ты всегда можешь, имеешь возможность стать лучше. Места сбора макулатуры объявят в конце сентября. Тогда же начнутся и кастинги. Поучаствовать в них сможет каждый школьник республики. Андрей Шарыгин, Денис Селезнев, городской телеканал ЮТВ. Первый азан прозвучал в 13-й городской клинической больнице. Здесь осветили молельные комнаты для мусульман и православных. Благодаря представителям конфессий комнаты оборудованы по всем канонам. Конечно же, очень отрадно, что в больницах, да, открываются молельные комнаты. Я считаю, что здесь здоровье, оно должно быть как и физическое, но и духовное, душевное здоровье, оно тоже немаловажно, если не самое важное. 13-я больница – одна из самых больших в республике. Она рассчитана на 600 коек. Каждый пациент сможет посещать молельные комнаты. А если не сможет сделать это самостоятельно, то священнослужители придут в палату. Медицинские работники не против. Они считают, что духовное здоровье во многом определяет физическое. В целом, говоря о здоровье, мы говорим о здоровье как духовном, так и физическом здоровье пациентов. И когда нет единения этих двух компонентов, тогда нет и выздоровления. А когда мы человека видим и духовное, и физическое желание жить, желание выздоравливать, тогда этот процесс происходит намного быстрее, намного качественнее, и мы получаем тот результат, к которому стремимся. Находясь на лечении, люди не всегда имеют возможность посещать мечеть или церковь. Раньше верующим пациентам приходилось искать пустые палаты или уходить домой, чтобы прочитать молитву или совершить намаз. Теперь такой необходимости нет. Знаете, вот у меня в душе прям бабочки летают от того, что вот у нас теперь есть такая комната. Я рада, я очень рада. Поможет выздоровлению. Это хорошее начинание. Я в восторге.
Молельные комнаты открыли в терапевтическом отделении 13-й городской больницы. Их могут свободно посещать как медработники, так и пациенты. Также два раза в неделю сюда будут приезжать священнослужители для общения с прихожанами. Глеб Безбородов, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. Спорт помогает нам везде. В семье, учебе и труде. Быть сильным, здоровым, умелым и смелым считаем главным семейным делом. В семье Волокушиных трое детей. Алина – самая младшая. Никто не ожидал, что они обойдут сильных соперников и займут первое место в отборочном туре семейного спортивного проекта «Папа, мама, я. Батырская семья». Его проводит компания «Уфанет» совместно с администрацией Кармаскалинского района. Нет, мы вообще не ожидали, если честно. Лишь бы не последний. Я больше всего люблю играть в футбол, особенно со своим братом. Шахматы тоже любим очень играть. По вечерам играем всей семьей. Все шоу построено на спортивных играх. Простых, несложных, очень понятных, озорных, веселых. Взрослым это прекрасная возможность в детство окунуться, а детям получить удовольствие времяпровождения своими родителями. У меня самое классное сегодня. Я желаю, чтобы мы первое место заняли. Семейный спортивный проект включал в себя 4 этапа. Отборочные циклы прошли в деревне Улукулево, в селах Прибельске, Кармаскалы, Бекетово. Самым молодым и активным болельщиком стал 10-месячный сын молодой семьи, финалистов из Кармаскалов. Сегодня снова пришло целых 4 семьи, которые готовы были посоревноваться между собой в гибкости, в ловкости, в динамике, в энергии. У каждой было свое название, свой девиз. Ребята очень хорошо подготовились заранее. Все команды абсолютно разноплановые. Кто-то занимается спортом, кто-то нет. И это абсолютно не мешает на самом деле. То есть родители каким-то примером учат детей, а дети в какой-то степени учат своих родителей. Наш девиз – быстрые кеды, залог победы. Природа, лыжи, спорт. Вместе проводим время. Зарядку по утрам. Да, зарядку по утрам. Ну, бегом, например, лыжами, гимнастикой. Эта традиция завелась в семье, что мы едем куда-то отдыхать и обязательно в палатках живем. Семейный дух, все вместе, вот из-за этого мы, наверное, и победили. Да, сплоченной семьей. Что касается финала, мы, наверное, ожидаем легкого старта, в том числе для компании «Уфанет» в этом проекте, потому что впервые его делаем. Будет проходить съемка первого выпуска нового шоу на городском телеканале ЮТВ, посвященного спорту «Папа, мама, я. Батырская семья». Завершился 4-й отборочный тур. Выявились победители. И теперь нас ждет финал, который состоится 15 сентября в селе Кармаскалы. До встречи! Ура! Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело против феминистки из Омска. Поводом послужили ее посты в социальной сети, где она говорила о мужчинах и патриархате. Что же такое феминизм и что о нем думают уфимцы? И есть ли в России равенство полов? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали! Вы знаете, что такое феминизм? Нет. Ну, такое. Ну, какое? Подождите, не снимайте. Феминизм, это же это, который бабы не любит мужиков. Да. Бабы нельзя говорить, это очень сексистка. Женщины, чьи права ущемляют, они за это борются, чтобы их не ущемляли. Представители общества, которым все должно быть равно. В нашем современном мире это вполне так имеет место. И женственность, и никакую мальчишество какое-то проявляют. Я считаю, что это немножко такая бессмысленная борьба, потому что у нас уже так есть равенство. Это скорее превращается не в феминизм, а в матриархат. В большинстве случаев это угнетает других людей. То есть мужчин? Да. Но это неправильно. Нужно считать, что феминизм – это приравнивание и мужчин, и женщин. У меня одноклассница была немножечко такая. Например, по истории у нас говорили, что вот там мужчины так-то, так-то, и сразу она такая, а женщины? Она такая сразу, Петр Первый, женщина, вы что такое говорите? Можно найти отличные другие вещи, куда можно совершенствоваться. Она же девочка, танцы, все на свете. Житье, кухня. Да?
Плохая шутка. Вы встречали сами такое, вот что женщину конкретно притесняет? Я знаю, что много таких историй, да, когда мужчины там поднимают руку на женщину или еще что-то. В семьях именно притесняют женщин, но это в семьях якобы вот мужчина лучше. Моего знакомого, когда вот мать уехала отдыхать, дом был просто в беспорядке, посуда, наверное, недели две вообще не убиралась ни в какой. И когда она приехала, спросила, ну что это такое, вы даже не можете с собой следить? И они сказали, мол, это женское дело, и посуду мыть мы как бы не должны. Вы заметили такую тенденцию, что мужчины стали, знаете, ленивые? И вот даже сейчас можно наблюдать за рулем, что девушка за рулем, а мужчина рядом. Да, типа, мол, катайся, да. Я тебе, давай, я тебе подарю. Сначала они одним пальцем начали да. вести, просто не одной рукой подводят да, пальцы. Да. Равноправие абсолютно. Это же, можно сказать, наоборот. Наоборот. То есть мужчин больше притесняют? Ну, мужчины измельчали. Нет, не встречал прям такого. Наоборот, мне кажется, им льготы даже идут. Иногда девушки сами используют эти приемы, чтобы не делать какую-то работу. Например? Например, дотащить стол до 5-го этажа. Ну да, часто такое в интернете можем встретить. Допустим, такой мем банальный. Посудомоечную машину нужно держать в чистоте, и там картинка, где мужчина как бы терет спинку женщине. На самом деле это очень было прикольно, я так поорол. Я спокойно отношусь к такому юмору, потому что большинство моих друзей, ну как бы и я в том числе, то есть мы шутим, это по-дружески. Шуточки в интернете всегда имеют место быть, поэтому остаются и тупые мальчики, которые шутят эти шуточки, соответственно. Женщины делают про парней. Мы разбрасываем носки, все дела, тоже шутки имеются. И это шутки? Вы не боитесь вот этим юмором, допустим, задеть? Я, конечно, боюсь, я так не шучу ни в коем случае, это... просто не мое. Будете пытаться не орать с мемасиков про посудомоечную машину? Конечно, я обещаю. Мы свободные женщины, у нас все хорошо. Начальство, да, за людей не считает женщин. Вот на работе, например, начальник, мужчина. Я не работаю. Меня не берут. Потому что вы женщина, да? Мы обе не работаем, нас не берут. Вы тоже не работаете? Мне муж не дает, а ее как бы не берут. А где проблема-то? Глупый тот мужчина, который будет говорить, я мужчина, я главный в семье. Глупый, он реально, извините за грубое выражение, кто тебе носки стирает, кто платит с тобой же тот же кредит, кто с тобой все это делает, она, не друзья это все. Поэтому, блин, здесь, видите, думать надо. Ну вот и все. А с вами был я, Мир Коздравич. До скорых встреч. Посвятим этот обзор некому топу нелепых аварий в период с 28 августа по 2 сентября, ведь подобных ДТП в эту неделю было предостаточно. Многие автолюбители предпочитают объезжать кольцо центрального рынка. И не просто так. Сложности тут могут возникать и у довольно опытных водителей. А когда один спешит, а второй забывает о боковых зеркалах, ДТП не избежать. Кувыкина «Авроры» при виде расстояния до противоположной стороны перекрестка здесь некоторых водителей также буквально бросают в пот. А если уж выехал на последней секунде зеленого, то этот путь становится в прямом смысле лотереей, которую далеко не всем удается выиграть. Обойти стороной общественный транспорт просто грех, тем более, когда они сами попадают в дорожно-транспортные происшествия, тем более, когда авария настолько нелепа. Можно лишь представить, чем был занят водитель в момент удара. Разговаривал по телефону, курил, брал деньги за проезд, а может все вместе, вероятнее всего. Очередная нелепая авария привела уже, к сожалению, к серьезным травмам для ее участников. Стоящие на мосту автомобили, один из которых остановился ранее из-за поломки, а второй подъехал чуть позже для помощи, не останавливаясь, врезается легковушка. Не очень-то хотелось бы оказаться на пути этого водителя, если он с такого большого расстояния не приметил помеху на своем пути. Айская Кирова. Мы сбили со счета, сколько раз этот перекресток попадал в сводки ДТП. В этот раз все, ну, очень нелепо. Просто автомобиль, остановившийся ранее, возможно, также из-за поломки, откатился назад. Ну что тут еще скажешь? Закончим перекрестком улиц Кирова и Ленина. Судя по всему, водитель маршрутного автобуса проигнорировал смену сигнала светофора и, конечно же, только добавляя газу, несется сквозь перекресток, но сбивает пешехода. Говорить о пилоте Пазика мы не будем, ведь такие маневры, да еще и с пассажирами в салоне, уже давно пора перенести в отдельную категорию нарушений с куда более серьезным наказанием. Но, уважаемые пешеходы, когда вы все-таки будете смотреть по сторонам на зебре? Всем удачи, помните, что нас ждут дома родные и близкие. Ровных дорог, пока!